Сегодня мы запустим максимально прибыльный и максимально безопасный сеточный бот на бирже Bybit. Что вам для этого надо? Естественно, биржа Bybit, ссылка в описании. Регистрируйтесь и дерзайте. Так, а я без никакого воды буду настраивать торгового бота. Что надо сделать? На главном странице идем в раздел торговать. Просто наводим мышку, и тут будет торговый бот. Так, быстро объясню, по какому принципу я сегодня буду запускать бота. Принцип очень прост. Нельзя запускать бота на какого-то шитка, то есть на Пепе, не знаю, на Шибаину такой. Никогда, от слова никогда, не запускайте бота на таких монетах. Потому что можете остаться с носом, а не с прибылью. А вот запускайте конкретно надежные монеты, ну, как биткоин, этериум, XRP, Solana, оптимизм, не знаю, и в таком роде. Ну, монеты, у кого есть собственный блокчейн, или там у них какой-то, вот как оптимизм, да, построен на эфириуме, но тем не менее они имеют собственную сеть. Еще никогда в жизни я не советую вам взять отсюда сразу же, скопировать бесплатно. Почему? Это мы видим же ботов, это уже из истории. Это не значит, что они работают прямо сейчас. И давайте теперь от воды сразу к делу. Так, я вам сказал, что это будет максимально прибыльный и максимально безопасный бот, но учтите, максимально безопасный не значит, что он совершенно безопасен. Я надеюсь, что вы это понимаете, поскольку мы имеем дело с криптой, и там может случиться что угодно. Но так, пойдем. Во-первых, всегда выбираем спотовый гридбот. Почему? Потому что при случае, если цена идет тотально не в нашу сторону, у нас хотя бы остается монета в руках. И это еще одна причина, почему выбирать максимально надежную монету. Так, что делаем дальше? Идем вот сюда, раздел, нажимаю один раз и выбираем монету, чем мы хотим построить сетку. Я выберу раздел USDC, поскольку тут нету комиссии, я заработаю еще больше. И монету Ethereum. Сразу же нам предлагает искусственный интеллект коридор торговли, но мне он не нравится. Потому что я хочу настроить самостоятельно. И в сегодняшнем видео покажу, как это делается. Так, это во-первых, да. И что еще могу сказать? Для меня это коридор слишком узкий. И во-третьих, почему я выбрал именно Ethereum? Поскольку на данный момент все альты довольно-то хорошо выстрелили. То есть дали мега-иксы. Кто там X2, кто X3. А Ethereum при этом абсолютно еще не рос. Так что это один из причин, почему я хочу открыть сетку на Ethereum. Что делаю? Нажимаю на ручную настройку. И всегда перед тем, как начинаете, идите на любую таблицу, где есть график монет. И выбираете 4-часовой. Это самое оптимальное время. И тут вы видите верхний край. Куда стоит ставить, ну, как верхний край сетки, и нижний. Но у меня есть свои какие-то видения, и я чуть-чуть еще и делаю шире, чем вот этот коридор, где гуляет монета. Что я лично делаю? Я иду сюда, и нижним ставлю 1600. Что я считаю, что в ближайший месяц точно не должно монета упасть ниже, чем 1600 долларов. И верхним краем я ставлю 2630, вот такую сумму. 2630. Это я тоже читаю, такой оптимальный размер, куда двигается монета. Выбор сетки. Тут все зависит от вашего депозита. Естественно, если у вас депозит очень маленький, не стоит вообще делать такой широкий коридор. Тогда у вас просто не хватит денег. Но я в данный момент хочу сделать на 3900 долларов робота и попробую, например, тот самый 130. Видите, я могу поставить максимальное количество ордеров. Еще раз проверяю. Да, 130. И тогда у меня минимальные инвестиции. Это для меня. Это не значит, что вам должна такой же сумма быть, что 2800.
Но я хочу сделать Батана 3920 и, в принципе, могу нажать «Создать». Тут еще есть раздел «Дополнительное». Тут можно назначить цена входа, когда вы хотите, чтобы цена вошла, ну, чтобы робот начал бы торговать. Стоп-лосс – это значит нижний край, куда, то есть сколько вы готовы потерять в долларах. Вот сюда можно поставить. И take profit, насколько высоко поднимается сетка, чтобы закончить. Видите, у меня стоит 2630, и если я сюда поставил бы 2640, если цена поднялась бы к этому сумму, я получил бы свою прибыль и бот закрылся бы. Но мне это не нравится. И нижний точно так же. Например, если я боюсь очень сильно остаться монеты и готов принять убытки, можно выбрать нижнюю часть. Но я отсюда ничего не выбираю. Просто нажимаю «Создать» и «Подтвердить». Все. Я создал бота, и теперь остается только ждать. Не стоит бояться вот этих красных минусов. Почему? Потому что это нормально, что в течение месяца, там, скажем, бот ходит туда-сюда. Ну, я считаю, оптимально держать там 2 недели, месяц бота открытым. В каком случае я лично его закрываю? Никогда в жизни я его не закрываю в минус. Вот просто от слова «никогда». Я закрываю либо, если тут я увижу сумму, что я хотел заработать. Например, я сделал робота 3920, а тут, скажем, уже 1000 показывает прибыли. Тогда я могу его закрыть при желании. Еще есть возможность не закрыть. Вот у меня тут работает один день назад, я включил на оптимизме. А можно нажать на подробные информации и просто вывести отсюда вот прибыль, что есть. Это тоже возможность. Каждый решает, то есть самостоятельно, когда, что, к чему. Что мы видим внутри бота? Внутри бота мы видим позиции, сразу же выставил 30 ордеров на продажу и 97 ордеров на покупку. То есть есть очень большая вероятность, что определенное время я вижу хороший минус. То есть у меня будет эта шкала двигаться сюда в сторону и появляется сюда у меня минус. Но это абсолютно нормально и так и должно быть. Потому что как чуть-чуть будет цена вот так потом прыгать, вот так, значит, я буду уже зарабатывать. Когда еще можно закрыть бота? Когда вот эта шкала полностью зеленая. Тоже можно спокойно его закрыть. Вот как-то так. Вот я настроил себе бота. Оставлю его вот так на месяц. Посмотрим, как что куда пойдет. И, собственно, как-то так. Так, друзья, еще раз повторяюсь, что если вы еще не на бирже Bybit, ссылка в описании. И даже если вы уже зарегистрировались в Bybit, но вы сделали это напрямую ссылку биржи, не по ссылке партнера, тогда я вам настоятельно рекомендую перезарегистрироваться. Неважно, под моей ссылке или по любой другой, именно чтобы человек был бы в статусе партнер. Как вы узнаете, партнер ли он или нет? А вот в ссылке должен быть слово «партнер». То есть в моем случае конец ссылки будет «Роланд», и перед этим «Bybit партнер Роланд». Вот так и будет написано. Перезарегистрируйтесь. Все свои денежки, что у вас на старом аккаунте, перебросьте на новый аккаунт. И сейчас я покажу вам, вот смотрите, после этого идете сюда, аккаунт безопасности. Отсюда выбираете верификация, видите, вот сюда. И тут можно нажать на кнопку «Передать личные данные». Просто нажимаете сюда и пройдете фейс-контроль, и после этого заведете данные своего же нового аккаунта, и верификация туда перебросится. И таким способом вы получите максимальные бонусы. Потому что все, что вы и я делаем на бирже, мы платим комиссию. Но перейдя по моей ссылке, вы будете получать 20% обратно. То есть это очень большие деньги. Пользоваться ли вам с этим или нет, решайте вы самостоятельно. Переходить по моей ссылке или нет, решать вам самостоятельно. Можете выбрать любую другую партнеру, кто будет вас помогать и показывает разные фишки для заработка. А с вами был, как всегда, я, Ролан Морозов. Все полезные ссылки в описании под этим видео. Друзья, зарабатываем честно. И главное, быстро. Всем пока.
Знай, что есть один канал на Ютубе, где Роланд Морозов нас всех растил. Криптоволна, оу, oh, е. Yeah. В канале Роланда ты найдешь совет.